Забирай себе, хочешь? Да, конечно, мне только не Да, хватало. не хватало. Мне кажется, Ну, надо слишком же с как чего-то Ники, да, начинать. отговорила меня от совы. Извините, сорока. Так сорока это идеально. Вообще. Она будет троллить рысей. Думаешь, если да. рысей не затроллит? Ты знаешь, у меня сорока жила, она троллила ворона, причем она реально пыталась его убить, когда вылезала из вольера. То у меня он... Мартин недолго разговаривает с птицами. Все, что к нему залетает, остается а там всегда. Ну, сорока вообще... Ну, она не прилетит, конечно, когда мы делим. Ну, не факт, не факт. Немножко тут Немножко. Ну, там побольше немножко, но я думаю, что... Смотри. А как едят? Сейчас. Ну, надо... откройте кто-нибудь, мы однорукие. Мы блогеры. Да, мы бложим. Блогеры. Ужас. Безрукие блогеры, да. Смотрите, однорукие Егор справляется. Эй, это что, сверчки, что ли? Да ей, да она даже не увидит это. Кто скажет, что это тараканы, пусть плюнут в меня. Это как это? Это сверчок. Личинки сверчков. Да. Вот так не увидят. Ай, так она не пропустила ее? Не зарыбляйте нам. Ой. Надо выпускать сороку, и она... Смотри. Я не знаю, как тебе кидать. У меня нету крупнее. Не тут где. Выпускай, выпускай меня. А фобуса нет? Фобус на фауне должен быть. Вкусно как. А еще? Дайте еще. Да, она даже не понимает. Она так хорошо в этой коробке сидит, вот всю жизнь она провела. Так, она так аккуратно берет. Да. Она не кусь. Да? Это же не кусь. Она вообще не кусь. Сколько ее уже? Не знаю. Я ничего про нее не знаю, кроме того, что тросишь? Она в вольере жила. И сейчас зооуголок или что это там, его расформировывают и всех и животных. Смотри, у нас есть такая элегантная чашечка. Оттуда... Они выпрыгнули. Можно наклонить чуть коробочку с сорокой. Чуть-чуть чашечку. Мне кажется, ну, ей, по-моему, не очень ловко. А, тихо. Осторожно, чашечка. Там ничего нет уже. А, сыпьте еще. Так они будут высыпать. Так, насыпь. Мы однорукие блогеры. Помоги блогерам покормить сороку. Ого. Это он нам говорит не зарыблять. Да-да-да. Должен же я поругаться. Давай, рубль штука. Быстрее. Они разбегаются. Бешеные пищи. Государственный сверчок. Нельзя терять. Не рубля. Да. Жаб отняли. Жабы Всё. Будут голодные, худые. Все. Ну это же сорока. Конечно. Ми-ми-ми. Больше нет. А он еще один сидит на месте. Лови его. Там еще вон два в щелочке. Между. Ну давай. Между кресла. Надо ее перевернуть ей так. Вот еще я поймала. Ай. Лови его. Молодец, хороший. Девочка? Не, я не знаю. Ты знаешь, вообще по морде больше на пацана похоже. Да. Все. А можно ей какой-нибудь фруктик дать? Есть? Бананку? Объешьте прошу. Там или виноградинку. Вы что делаете милые птицы с людьми? Сразу их накормить. Ну, ты слышала, как она делает? Как она просит, да? Да. Приходят люди в зоопарк, видят милых животных и начинают их кормить. Руки пооторвала. Да. И ноги. Берет такой. И это говорит Гатилов, который держит в руках банан. Мимишенька. Чтоб сюда. Руки бы поотрывал. Поотрывал бы, конечно. Ну, на самом это не банан. Виноградик. Это не банан, а я пришла за ней, спросила, вы, говорю, сегодня кормили? Они, нет. Уже сороку не кормить уже сутки, это же вообще... Ну, они думают, чтобы это легче переесть. Не, ну просто хищные птицы едят раз в сутки, поэтому... Мне кажется, надо бананку. Не, бананка, она заляпается все. Она как птенчик себе да. ведет. У нее, кстати, это птенчиковый такой голос. Угу. Но она этого года, судя по тому, что у нее, видишь, розовая полностью. У них чернеет обычно дальше. Второй год. Я не знаю даже, как ее зовут. Ну, она может сказать как-нибудь свое имя. Там написали УК-736. Ну, да, либо будет УКом. Сорока УК. УКа. Либо УКа, либо УК. Чир-чирок. Всё. О, кстати, бананка больше понравилась. А знаешь, на что похожа коробка? На этого Пета из Варкрафта. Да, страшный ящик. Бананка прям понравилась.
То есть оттуда что-то вылезает и сжирает все вокруг. Ну там еще это. Да, на тот ест. Там еще есть, да. Видишь, страшный ящик. Я как раз недавно его получил. Вот. Как раз на хэллоуинская коробка. Да. Все мы коробкой. Ты чего просто выпустила, не кушаешь? Надавали всего липкого. А запить, скажи. Чаю? Чаю я буду чаю. И зерно они тоже размачивают во влажных камерах. Сейчас мы открыли влажные камеры для света, и они в панике стали разбегаться, прятаться. У них теперь три кучи с блестяшками. Да. Интересно, они их считают? А зачем эти блестяшки, для чего это? Песочек. А это песочек? Это для развлечения. Да. Нет, не песочек, это стеклышки. Стеклянные шарики, просто поскольку они круглые, свет в них отражается и преломляется обратно в глаза. Чем разметку посыпают, чтобы она светилась? И им нравится? Им все равно. То есть они воспринимают песочек, а нам нравится. Песочек они сюда не носят. Они их наносили, потому что это не песочек. Смотри, они отделили же. Другие фракции. А они специально, то есть, кстати, реально, смотри, они сюда перетащили это. А, нет, там с маком, здесь с другими зернышками, а там просто лежит, и все в кучке. И носят они их туда-сюда. Ну, в общем, то они в одну сами кучу, решают. То в две. Какая большая. Вот, а вот там у них граффити. Уголок граффити. Только мало. Что значит уголок граффити? Ну, на стенке посмотри. А, сейчас. Вот. Я на другой стороне возьму. Давайте. А можно сбоку найти. Снаружи, по-моему, даже. Или прям телефон. Вот. Самый уголочек, вон оно, граффити. Угу. Вон они, прям хорошо видно. Она прям ругается. А, это другая уже, я думаю, как это? А, кстати, вот отсюда классно видно граффити. Оно стало побольше. Самая куча на вершине граффити. Да. Смотри, уходит, уходит. Уходи. Тебя не... Уходи внутрь. Красота. Вот. Сейчас, конечно, паника, паника. Как там писали в комментариях, они все у нас умрут. Да, они все умрут. Ну, конечно, они как вампиры на солнечный свет попали. Да. Нет, они типа умрут, когда мы их высыпали из пробирки, они давали им самим выйти. Там трогательно смотреть, да, комментарии, что народ рассказывает, что вот, пробирку надо положить на арену, потому что она 2 сантиметра длиннее арены. И через полгода читать комментарии про то, что они вас умрут через 2 недели. Угу. То есть видео полгода, а комментарии такие двухнедельной давности, они вас умрут. А это нормально. Ну, причем знаю, да. На Ютубе есть такая тема, что то есть, например, они подписаны на какого-нибудь известного блогера, который занимается конкретной темой, например, муравьями. И они считают, что он говорит прям истинную правду, что как он не может ошибаться, что вот это как я когда завела себе этого тегу, меня отправляли консультироваться к Вячеславу Егорову. Кепа, да? Который здесь выражает тегу, как его коровы. Ну, это понятно. Ника, расскажи, как правильно держать у блефаров. Да. Какого паука завести и вообще? Да, где купить, главное? Я своего паука последнего покупала 20 лет назад. И спрашивают, где купить паука. Я в душе вообще не понимаю, где что покупают. Я могу рекомендовать одного хорошего продавца из соседней столицы. У него есть много разных пауков. Он же их оптом продает. Страшный хэллоуинский ящик добрался до меня, до дома. Сегодня весь день с ним гуляла. В нем исчезали всякие ништяки и вкусности. Ну вот, он шевелится, да. Очень страшный. Ук, 736. Интрига. Ну, на самом деле, не интрига. Многие уже догадались. И многие очень правильно сказали, что там петушок. То есть он там был. Сейчас его там уже нет. Потому что то, что видели желтенькое, красненькое там, это было мясо цыпленка. И он был именно петушком, потому что вот эти суточные цыплята, которых утилизируют и животным на корм потом дают, это именно петушки, которые на фабриках яйценосного направления, в общем-то, не нужны. То есть там, когда идет вылупление, петушков отбирают и на утиль, а курочек оставляют. Так, я не знаю, как это все одной рукой распаковывать. Ой. Да. Привет. Кто там?
что это там? Нет, стоп. Тихо, тихо, тихо. Я все понимаю. Я тоже уже ушаталась эту коробочку полдня носить. Хвостик, бедный хвостик. Надо идти сейчас мыться срочно. Чё там? На что похож хвост? Да, коробочку, конечно, маленькую выбрали, чтобы посадить. Но ничего. Хвост отрастет, скажи. Чё это? Чё это здесь? Не очень красивая сорока с таким хвостом, да? Ук. Сразу срать. Ну как так? И сразу в мусор. Вот настоящая сорока. Пойдемте хвостик лечить. Еще крупная такая. Это наверняка мужик. Ножницы. Так. Ты знаешь, у меня есть вкусняшки на самом деле. Целая коробка вкусняшек. О, вкусняшки! Эй-эй-эй! Ты вообще без комплексов, я смотрю. Стой! О, блин! Ты что творишь? Ук-фу! Я дам сейчас. Ой-ой-ой-ой! Так. Ну-ка, стой. Вот, держи, держи. Ты хуже блинца, смотри. Смотри, ук. Ты, да вон, червяк. Ук. Идиот. Смотри. Он лежат беленькие, это опутинки. Я, наверное, ему одену. Надену. Ну. Вот же жопа наглая. Чего у тебя с хвостом? А, ну это, видимо, его даже не в коробке, он, а там, где он жил раньше. А какой-то зооуголок расформировали и, в общем-то, оттуда решили кому-нибудь отдать сороку. И я решила, почему бы ее не взять, чтобы придумать, что с ней дальше делать. Не, себе я ее вряд ли оставлю, потому что она разрушит нам все. Вот, но куда-нибудь мы ее... Стой! Только ныкать там не надо червяку. Ук! Сейчас я тебя жестоко поймаю. Это медведь. Чудовищный хвост. Да, у него всего два пера целые здесь такие. А, не, паучков нельзя доставать. А ты их хромаешь или что? Мне не нравится, как он лапками наступает. Пойдешь на руку? Не ручной сорок. А еще у меня есть гусеницы. Иди ко мне. Не ругайся. Ну что?
Ему здесь нравится, судя по всему. Это был пакет. Съешь, вон овёс лежит. Ты что, пакеты пугаешь? Боишься? Ну чего ты, чудовище? Вот за что я не люблю сорок, за это. Вот каждые 5 минут. Каждые 5 минут. Это вам не совушки. Да? Ну, вообще они очень клёвые. Я очень люблю сорок. Что там? Но их очень сложно снимать, фотографировать из-за вот этого контраста чёрно-белый. Сложно очень поймать. На самом деле они не черные, а вот такие вот переливчатые. Ук, иди сюда. Огромный ук. Ну, я надеюсь, что он на самом деле скажет свое имя, как его называли там. А если не скажет, то будет уком. Хомяк. Не рушь хомяка. Кусь не делает. Добрая сорока. Или пока он просто стесняется. Да? Мусор. Там какашные бумажки. Да. Нечего тебе там делать. Смотри, что есть. Тут еще есть недоеденный кем-то сухарь. Ой-ой-ой. Ничего себе. Это ты так на мясо? Ну-ка, давай, иди сюда. Давай. Не, ходит нормально, видимо. А что ты ругаешься? Давай есть. Как будто целый день не кормили. Может, тебя в зоопарке накормили? Это прям хищническая сорока. Это лучше, чем червячки, да? Ой, доешь, потом достанешь. Какая ярость. Ой-ой-ой. Ты хочешь сныкать? Это плохая идея. Это ёлкин бублик. Кстати, где ее второй бублик? Уходили. Было же 2 бублика. Куда-то она делала один. И что?
чудовище из моих кошмаров. Ты смешной. Да. Да, это не совушка, которая просто проглотит и все. Ну вот отдели опутинки. Страшная вещь. И его там такая. А вы чего? Да, будем привыкать завтра. Иначе как с тобой общаться, да? Чего ты легла? Хвостик мы тебе завтра помоем, да? Когда тебя отвезем куда-нибудь в вольер. Где вы там орете? Да-да-да, да, страшно. Бедные соседи. Не переживай. Ёлочка, куда ты бублик второй дела? Куда? Я знаю, я нашла, где он. Ты же не покажешь? Сова. Да. Где второй бублик? Второй бублик. Вот он. Там много всего интересного. Да? У кого-то и ничего. Ага. Ты и второй спрячь. Сова. Угу. Ну, пока.